Славянск празднует День независимости Украины активно и весело. Здесь уже третий год подряд проходит фестиваль «День народження країни». Здесь масса всяких активностей, можно провести с пользой время, а еще вкусно покушать. Как жители Славянска относятся к этому празднику, мы спросили у них. Змінилося і багато людей відчуває, ну, насправді, що це день народження країни, що це дуже гарно. Я бажаю нашій країні процвітання, миру, незалежності, гармонії і взагалі великого щастя. І Слов'янськ – це місто щасливих сімей. Но это же вообще праздник появился после освобождения, да? Для нас он чем знаменателен, этот праздник? Благодаря Алексею Овчинникову и его команде. Правильно, нужно, чтобы побольше было таких людей, чтобы все очень хорошо отзываются об этом, все рады, весело, приятно, красиво, радушно. По-другому все было скромнее, сейчас с каждым годом все лучше и лучше. И мы просто счастливы. Для того, чтобы сделать человека счастливым, надо у него все забрать, а потом вернуть. Вот в связи с оккупацией так у нас и получилось. И каждый почувствовал, что для нас есть эта страна, и что для нас это ценно, наш город и этот праздник. Но изменилось, да, празднование, отношение к празднику? Конечно, изменилось, но хочется лучшего еще. А чего бы вы хотели? А чтобы больше любили Украину. Вот что. И чтобы были настоящими украинцами, а то так.